Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения вооруженных сил Армении якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, не соответствует действительности. Сообщение Минобороны Армении. Мы говорим, давайте подпишем соглашение с согласованными пунктами и продолжим обсуждение по другим вопросам. Никол Пашинян о мирном договоре. Российские пограничники неоднократно делом подтверждали востребованность своего присутствия в Армении, заявила Захарова. Россия придерживается предыдущих соглашений с Ираном по Зангезуру, заявил Шойгу. Президент Ирана прибыл с визитом в Ирак. Вашингтон может разрешить Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по целям в глубоком тылу России, заявил Байден. Трамп и Харрис на первых предвыборных дебатах поспорили об урегулировании конфликта на Украине. Трамп пообещал, что в случае победы остановит боевые действия.